Друзья, сразу хочу вас предупредить, что я немножко приболел, у меня болит насморк, да? Болит горло немножечко. Ну, если что, здесь изменения в голосе будет, то не обращайте внимания. Здорово, мавка микрофона, и если тот самый человек, который подписан на мой канал и знает, что на моем канале выходят ролики по типу 5 реакций на мифик или 5 реакций на ледник. Так вот, долго я сидел, значит, искал реакции на упадение ледника, но, к сожалению, пока материала мало и найти что-то реально крутое, которое можно будет показать вам, очень сложно. Поэтому сегодня в ролике я решил собрать для вас 5 самых жестких реакций, по моему мнению, да, и реакции на упадение ледника, друзья, будут. Это некий топ-5, и сразу предупреждаю, и еще раз говорю, что реакции я отбирал по своему мнению. Если, например, вам показалось, что реакция, которая будет на втором месте, круче, чем реакция, которая будет на первом месте, то значит ваше решение такое, ну и мой же топ вы сейчас увидите. Итоги из прошлого ролика на доступ к Рейлпассу вы видите у себя на экране, ну а также новый конкурс на доступ к РП. Чтобы принять участие, вам нужно поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий с ID своего ВК или Инстаграма. Итоги будут в следующем ролике, поэтому жми на колокольчик, чтобы не пропустить их. Ну а мы начинаем. Итак, друзья, начнем с 5 места, и на 5 месте у меня расположилась реакция от Глеба. Кому вообще нужен Дигл? Я не осуждаю данный пистолет. Ребята! Да ну! Да ну, ребята! Я только про эмку говорил, и вот пару рекрутов назад, и она падает! Падает эмка, ледник! Прям чуйка была, прям такая вот, прям что-то в башке у меня было, то что вот да, надо сегодня выбить эмку. Я не знаю, верите мне, не верите мне, но вот прям, знаете, вот ощущение было то, что вот прям вот, ну вот должно упасть. Я даже сначала не понял, что это такое, такое сижу, типа комментирую дальше. И потом понимаю то, что это эмка. Так, 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 делаю... Блин, скрин надо сделать срочно, срочно. Блин, я хочу смотреть на эту картину вечно, просто на эту эмочку. Ё-моё, ё-моё, ребята. Давайте пойдем дальше и 4 место. На 4 месте у меня будет реакция от Левкина. И касочка. Да ладно! Серьезно! Наконец-то, наконец-то ледник упал. И мы открыли примерно 800 кейсов. Это... это реально много. Но неужели это случилось? Эх, ну что, давай открывать до конца уж тогда. Серьезно, еще один? Еще один? Сори. Как так-то? Ну, не падают ледники, а здесь сразу же два подряд. Ну, это, друзья, довольно-таки старая реакция, но она мне понравилась тем, что Левкин не мог выбить у себя на аккаунте один ледник, а тут он выбивает, друзья, сразу два ледника. На третьем месте расположилась реакция от Витали Плейса. И М-ку ледник заберем. Вот, ребята, как надо забирать М-ку. Нажал раз. Фух. Все. Изи. Учитесь, как надо забирать эмку ледник на стриме. Кто не верит, что это было на стриме, ссылку я оставлю в описании. И вы сможете точно так же получить эмочку. 100% способ, как получить эмку ледник. Что? Как? Михалыч, ты это видел? Саня, ты видел это? Подожди, так у тебя была уже она? Да не было ее у меня. Откуда она? Я ее... Вот это тема. Офигеть. Где РБ? Сегодня видос выходит, как М-ку ледник выбить. Офигеть, у меня М-ка есть! Я думаю, объяснять, почему эта реакция на третьем месте вам не нужна. Вы видели его просто невозмутимое лицо, когда он просто сказал, что выбьет ледник и выбивает его. Это, конечно, очень жестко, и мы идем дальше. На втором месте у нас опять Левкин. Ну что, у нас финальный аккаунт, и я думаю, всем понятно, что мы здесь будем делать и зачем. Окей. Поэтому я не вижу смысла долго задерживать. Давай перейдем. Откроем сначала бесплатные купоны, а потом уже будем открывать за UC, и... ну, я-то знаю, что ничего не упадет. Поэтому... ну типа ок. Что я могу сделать с этим? Не падает ледник и все тут. Некуда деваться. Окей. Ну, собственно... это были бесплатные ящики. Мне выпал ледник.
поздравляю тебя, себя, наверное, с этим событием. Ну, типа, ок, упал и упал. Ледник и ледник, чё бубнить-то? Долго же я тебя ждал, братуха. Как так-то? Я просто не знаю, что сказать, если честно. И наконец-то он выбил на своем аккаунте ледник, и я тогда был очень рад за него, и это реально, ну, такой, можно сказать, немножко легендарный момент тогда был. И давайте не будем на этом зацикливаться, переходим к первому месту, и на первом месте у нас реакция от Севеста. Как по мне, лучшей реакции я еще не видел. И меня успокаивает то, что я на эти деньги, точнее, я на эти кейсы не потратил ни рубля, относительно условно. И если бы это каждое открытие... Ребят. Сегодня впервые в жизни я в ахере. Вот в таком искреннем в ахере. У меня просто нет слов. Просто исполнилась моя мечта. Мечта... Я знаю, что у Женька до сих пор нет ледника, хотя он потратил туда сотни тысяч рублей. Я знаю, что у... Он топа, который потратил там больше ляма в аккаунт, смотрел обзор на его аккаунт. Нету, нету. Я, кстати, прямо сейчас хочу отправить это Жене. Я хочу ему показать, чтобы он видел. Он первый должен это увидеть. Я не знаю. Сейчас я ему прям напишу. Я ему прям сейчас скидываю. Пацан к успеху пришел. От души тебе, Жень. Я надеюсь, я желаю тебе такую же удачу, как мне. Мы прошли. Я прошел эту игру. Осталось еще то же самое сделать тебе. Просто нет слов. Севес, друзья, чуть ли не пустил слезу, и это реально очень крутое видео на его канале, и реакция мне очень сильно понравилась, когда я смотрел это видео в первый раз, по мне просто бегали мурашки. Вот такой, друзья, топ-5 реакций на ледник вам залетел, обязательно пишите в комментариях, какая реакция вам понравилась больше всех, и с каким местом вы не согласны. Мне будет интересно почитать, на этом у меня все, спасибо большое за просмотр, у микрофона был Мавк, всем удачи и пока.